Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Как же я это все люблю! А ты, Шуня, что больше любишь? Печенье или конфеты? Печенье! Такое, чтоб хрустело, когда откусываешь. Песочное, что ли? Добрый день! Здравствуй, Коксик! Так, так, так. Перед уроком, значит, сладким лакомитесь. Угощайся, пожалуйста. Спасибо! Сейчас урок начнется. Лучше потом. Вон, Тимур Мажорович идет. Привет юным любителям музыки. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Тимур Мажорович. А это что такое у вас? Угощайтесь, Тимур Мажорович. Спасибо. А знаете, ведь есть композитор, который даже музыку о сладостях написал. Что, правда? Конечно, Коксик. Ух ты! Это какой-то очень умный композитор. Специальную музыку придумал. Чтобы под нее сладости есть. Вот здорово! Не совсем так, друзья. Сейчас я вам все расскажу. Вы ведь знаете, кто такой Щелкунчик? Это который вместе с девочкой Марией победил армию мышиного короля. И который из игрушки превратился в принца. Да-да. И на этот сюжет знаменитый русский композитор Петр Ильич Чайковский написал балет. И в этом балете есть еще одна история. Тимур Мажорович, не пойму, при чем тут сладости? Дело в том, что герои второй истории этого балета – жители царства сладостей. Чай, карамель, кофе. У них в гостях во дворце сладостей и оказались Щелкунчик и Мари. И я приглашаю вас в увлекательное путешествие в этот дворец. Давайте! Итак, знакомьтесь, кофе! Я даже как будто почувствовал легкий аромат кофе. Даже, кажется, с корицей. А я вот больше шоколадки люблю. А у Чайковского случайно про шоколад ничего нет? Есть! Шоколад тоже живет в царстве сладости. Его танец звучит намного энергичнее. Этого танца есть второе название – испанский. Чай, Коксик, очень ценят в Китае. Поэтому Чайковский назвал следующий танец, танец чая, китайским. Представил, как чаинки крутятся в стакане.
И музыка интересная. Мелодия то вверху звучит. Ну, это флейта. То внизу. Может, фагот? Правильно я говорю, Тимур-мажор? Правильно, Кокси. В этом балете есть еще и другие танцы, изображающие сладости. Карамель, дрожже. Ой, о каких вкусностях рассказывает сегодня Тимур-мажорыч. Так и хочется конфетку съесть. А о чем это вы там секретничаете? Да, Тимур-мажорыч, это они о сладком мечтают. Сладкое, между прочим, думать помогает. А вот у меня вопрос. А бывает опера в опере? Да, иногда композиторы, сочиняя оперы, тоже нарушают правила. И, рассказывая одну историю, в середину сюжета вставляют еще одну. А бывает симфония в симфонии. Нет, Веснушка, но когда ты выучишься, ты, конечно, можешь попробовать и придумать новый жанр. Выдумщица ты, Веснушка. Ну, а почему бы и нет? Да потому что слишком длинная симфония получится. Музыканты ее играть устанут. А слушатели слушать. Ага. А чтобы вы не устали учиться, я на этом завершаю сегодняшний урок. Значит, уже можно доедать конфеты и печенье. Можно. Приятного аппетита. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи через неделю в Шишкиной школе.